И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Урбалакс. Судя по этим, ух ты, судя по этим шагам и вибрациям, где-то поймали Гонарча, я так думаю. Итак, мы подобрали карту и можем открыть камеру с нашим собратом Гаргантюа. То есть собратом, ух. Ах ты, ушлый ублюдок. Это было подло попытаться убить меня подобным способом. Итак, как я ранее... Черт. Как я ранее говорил, мы подобрали карту и можем освободить нашего собрата Точнее, не нашего, а собрата Зонгста. Зонгст — это главгерой, за которого я играю, если кто-то забыл. Черт! Да, крепкие вы ублюдки. Кстати, моя предыдущая серия так неожиданно окончилась, потому что... Я не знаю. Твою мать! Ух ты. Ни хрена себе. Пулеметчик. Да рядом с ним Heavy Machine Gunner из вашего Team Foster 2 просто ни в какое сравнение не идет. Спокойно, братюнь, сейчас я тебя освобожу. Отлично. Пошел, братюнь. Ух ты. Ни хрена себе. Да, это мой братюнь. Однако это уже, по сути, свои интерактивные действия. Нужно помогать Гаргантюа, открывать ему двери. Это круто. Всегда хотел этого гиганта иметь в своих союзниках. Такой бы небось и Ктулху заломал. Наверное. Сохраняемся. Так. Кто-то здесь есть? Добрый день. Ой, здрасте. Однако знает засранец, когда стрелять. Здрасте. Ой. Не люблю я эту атаку, она такая жестокая. Ух ты. Да, это были мощные удары. Кстати, вот эту его коронную атаку я его еще не пробовал. В смысле, я еще не пробовал, когда играл... Ой, в оригинальный Half-Life. О-о-о. В рот мне ноги, только не это. Танк. Черт возьми, танк. Девушка. Ух, черт. А вот как вам это нравится, а? Получите свое и отвалите. О, да, это мощная пушка. В общем, вы сами прочитаете. О-о-о. Добрый день. Черт.
Ты куда пошел, засранец? Так, срочно за пулемет. Да, вот это оружие по мне. А, не, ничего. Ой. Только не танк, только не танк. О, нет, 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 нет. Не согласен, категорически не согласен. Да, это было подло, но умно. И весьма предусмотрительно. Упс, извиняюсь. Ах, прости меня, чувак. Но мне нужно здоровье. Отлично. У нас есть... Ух! Кастрат хренов, заколебали. Отлично. Так, теперь где наш братюня? А, вот ты где наш братюня. Так, сюда. Нет, не сюда. Тихо, чувак, не ори. Так. Надо поискать еще куда эту карту применить. Так, отсюда мы пришли. Закрыто. Ясно одно, мы подобрали карту и нужно где-то ее использовать. Вот только где? Чертовски хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Хотя, может, надо снова туда сходить, в эту комнату управления или что там? Может, там что-то есть? Нет. Что же надо делать-то, а? Куда же карту-то заюзать? Минутку, а может... О, нет, только не это. Это просто сумасшедшая идея. Ух! Наверное, надо туда. Я попытаюсь проскочить мимо этого танка. Идея безумнейшая. Но должно сработать. Ух, ё-моё. Сработало. Братюнь, сюда. Братюнь. О, вот теперь мне не страшно. Давай, покажи ему класс. Ух ты. О, да, ты брутален. Ладно. Там образовалась щель. Отлично. Черт, да он силен. Спасибо, братюнь. Ладно, идем дальше. Так. Добрый день. Я что-то слышу. Инженер. Ну прости. Только ты бы выбросил ключик-то. Ой, сначала сохранимся. А вот хрен тебе. И тебе хрен. Черт. Хрен я сказал. Кому сказано хрен? Да, вот это я понимаю. Это мой стиль. Блин, что со мной такое? Я уже начинаю говорить, как карлик слитый. Ух ты. Так, ну-ка сохранимся. Ладно, попробуем его заморить другим способом. Ух, блять. Один готов.
лошары. Еще одна. О, да. Ну теперь он конец. Вот это я понимаю. Это мой стиль. Ладно. На этой крутой ноте я заканчиваю свой очередной эпизод. С вами был Урбалакс. И похоже, что дело идет на лад. Скоро встретимся. Совсем скоро.